Всем привет, на связи Сил Юкрейн, и в этом видео речь пойдет о карабинах Grimlock. Карабины Grimlock разработаны и производятся компанией ITW и предназначены специально для работы и крепления их на Molly интерфейс. Как вы видите, здесь расположен специальный паз, в который продевается стропа Pulse 2,5-сантиметровая. И карабин таким образом в достаточно стабильном положении крепится на моле снаряжении. Кроме компании ITW, много китайских компаний производят гримлоки. И вот в моем случае это реплика от компании TMC. Естественно, оригинальные карабины обладают всеми заявленными характеристиками, такими как нагрузка до 30 килограммов на один карабин, невидимость в инфракрасном спектре и так далее. Можете на сайте у них глянуть. Примечателен карабин тем, что на нем присутствует вот такая кнопка, с помощью которой он открывается. Открывается он намного шире любого грузового карабина, что делает его весьма удобным для крепления на вашем бронежилете, рюкзаке или другой части снаряжения с Molly интерфейсом, всякого побочного, ну, для нагружения там наручников, бухты паракорда, для закрепления дополнительно может от электроники каких-то проводов, для крепления трубки гидратора. И помимо этого можно придумать очень много различных использований для данного карабина, что делает его незаменимым для EDC. Крепление гримлока на Pulse стропу происходит таким образом. Это достаточно, ну, не очень приятный процесс, но снимать их еще неприятнее, так что подумайте несколько раз, прежде чем устанавливать карабинчики Grimlock. Вот, он установлен и довольно прочно держится, благодаря вот этой выемке для палстрамы. Вот, можем навесить на рюкзак снаряжение, допустим, вот альпинистскую спортивную флягу. А сейчас я покажу, как можно из любого подсумка с помощью гримлоков сделать относительно быстросъемный подсумок. Устанавливаем второй гримлок и, по сути, любой Molly подсумок с крепежными стропами или без, это не имеет значения, подвешивается с помощью гримлоков на ваш рюкзак, на ваше снаряжение. Например, это на бронежилет можно повесить таким образом аптечный подсумок iFAC и сделать его, ну, относительно быстросъемным. Таким образом, для снятия подсумка с бронежилета вам просто нужно будет нажать две кнопки на карабинах Grimlock. Естественно, для боевых действий и для крепления различного дорогого снаряжения я советую использовать все-таки оригинальные карабины, дабы не потерять снаряжение. Спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк под этим видео, обязательно подпишись на канал, если ты до сих пор этого не сделал, нажми колокольчик, чтобы ничего не пропустить, поделись этим видео в соцсетях, отправь друзьям и так далее.